Самую юную участницу нашей студии. Эта девочка пришла к нам в сентябре, ей еще не было даже 7 лет, но у нее потом случился день рождения, она стала, как она сама говорит, 7-летка, а это уже серьезная заявка на победу. Ее зовут Сонечка Писанка, мы сейчас ей очень-очень громко будем аплодировать. Она в первый раз выходит на сцену и поет сольную песню. А песня называется «Все еще впереди». Громкие аплодисменты. Отлично, ну давайте, как настоящим артистам, давайте еще громче. Громче, 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 громче. Отлично. Ну все, мы тебя провожаем, иди перекрывайся, а мы продолжаем нашу сессию.